28 марта. В этот день верующими людьми почитается священномученик Александр. Именно он во время гонений при императоре Аврелии пострадал за христианскую веру. День уважения кошки. День рождения стиральной машины. Всемирный день историка. Если журавли летят низко, к ненастью. Чирикают воробьи к теплому и солнечному дню. Не стоит сегодня мыть голову, иначе вас ждет разлука с кем-то из близких. Также не нужно выполнять физически тяжелые домашние дела. День ангела отмечают Агапий, Александр, Алексей, Денис, Дионисий, Михаил и Тимофей. В 1797 году в США запатентовали первое стиральное устройство – стиральную доску. В 1891 году в Лондоне состоялся первый чемпионат мира по тяжелой атлетике. В 1930 году в Турции названия городов Константинополь и Ангара были изменены на Стамбул и Анкара. В 1971 году в Советском Союзе начали выпускать автомобиль «Жигули». В 1868 году родился Максим Горький, в 1971 – Андрей Рожков, в 1925 – Иннокентий Смоктуновский и в 1986 – Леди Гага. Спасибо за внимание, подписывайтесь на канал, чтобы узнать много нового.